Сэмми, я дома! А, что здесь произошло? Это же был мой любимый горшок! Это все печенька! Интересно, как это она сделала из другой комнаты? Ой, может, она освоила телекинез? Ах, Сэм, я же только что пересадила лаванду. Как ты мог? Ладно, ладно, я готов выполнить любое твое желание. Ну, раз у меня не будет лаванды, может, с твоей помощью у меня появится лавандовый домик. Строитель Сэм готов вступить в бригаду Сьюзи. Ура! Привет, ребята! Посмотрите-ка, кажется, кто-то уже включился в работу. И выключился. Сью, помогай, моя батарейка уже садится. Спешу на помощь. Этому окошку необходима симпатичная занавеска. Так сюда любой вор пролезет. Ты не забыла про окно, Сьюзи? Хм, ты прав, Сэмми. Окно нужно не только для красоты, но и для безопасности. А еще дневного света. У нас будет много окон. Ой, жду не дождусь. Но если света будет слишком много, всегда можно задернуть шторы. А как же быть ночью, Сью? Я бы в темноте даже замороженным не вышел. Тогда предлагаю поставить у дома фонари. Сью, а правда, что давным-давно вместо электрических фонарей использовали факелы? Да, правда. А некоторые даже ходили с собственными фонарями по городу. Как привидения! Я сам себя напугал. Сэмми, ты бы вместо страшилок занялся интерьером. В этом доме столько всего. У меня все схвачено, Сьюзан. Я все успею. А я вот не буду верить тебе на слово. Нужны доказательства. Как тебе такое? Склеено и собрано вот этим слаймом. Ну хорошо, твоя взяла. Была не права, признаю. Я же говорил о книге. Раздели меня, Чеддер! Как же я могу об этом забыть? Не снимайте меня, не снимайте! О чем ты забыл, Сэмми? И подай мне, пожалуйста, стенку. Ни о чем, все в порядке, держи. Да? У тебя все на лбу написано, Сэмми. Ничего не написано. Святые пироженки, как я мог так поколоться? Ну что-то ты уже успел собрать. Я не буду над тобой подшучивать. Просто в следующий раз не обманывай меня, ладно? Сью, а давай применим мою магическую технику ускорения, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну как, так лучше, Сэмми? Ты волшебница, Сью, я тебя так люблю. Пианино тебе это я подарю. О, браво, Сэмми, я польщена. А для пианино обязательно нужен удобный стульчик. Смотри, какой он крошечный. Сью, а за этим столиком можно устраивать шикарные ужины. Здесь не хватает одной детали. Вот так. Сэмми, ты многое успел собрать. Тебе еще нужна моя помощь. Сьюзан, я запутался. Куда такие шкафчики крепить? Бедный Сэмми, сейчас все будет в порядке. Смотри. Ю-ху! Вот это здорово! Тогда Сью, сделай еще лестницу, а я пока пойду передохну. Сама? Эй, так нечестно! Сэмми! А сейчас у нас будет... Расстановка! Я снова с вами. А те, кто бросает друзей, не участвуют. Ну, Сьюзан, я ведь обязан выполнить твое желание и построить домик. Ну ладно, господин ленивый помощник. Если сможешь быстро все расставить, то я тебя прощу. Все будет сделано в кратчайшие сроки. Итак, проверим, что у нас получилось. Я почти успел. Сью, ты же не будешь на меня злиться. Ладно, Сэмми. Своим упорством ты заслужил похвалу и прощение. Ура! А теперь давай расставим оставшиеся предметы, а то нашей гостиной не хватает деталей. Да, ты прав. Эта комната действительно похожа на гостиную с живой музыкой. Ставьте лайк, если бы вы хотели жить в таком шикарном доме. Я бы точно хотел. Как и в других мини-домиках, здесь у нас тоже будет музыкальная шкатулка. Интересно, какую мелодию она играет? Сью, отвлекись ненадолго. Я тут запутался с проводами. Конечно, давай помогу. Аккуратно вставим провод в отверстие. Кажется, эта деталь нам тоже понадобится. Или это какая-то странная корона? Давай-ка попробуем поставить сюда.
Отлично! Какая изящная цветочная люстра получается! Теперь соединим их вместе. Так гораздо лучше. Здесь не хватает декора. Сью, дай-ка ее мне, я справлюсь. А пока Сэм занимается освещением, давайте сделаем кровать. Подоткнем ткань с другой стороны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Красота! Сэмми, где ты? Иди посмотри, что получилось. Сью, пора клеить обои. А я пока передохну. Фух, жарко. Сэмми, это не обои, а напольное покрытие. Посчитаем, сколько у нас будет комнат. Ну ладно, раз Сэмми отдыхает, я сделаю этот декор сама. Как много в этом доме цветов. Что? Цветы? Где они? Я готов к работе и не сплю. Побереги силы, Сэм. Нам еще второй этаж обустраивать. На это у меня всегда силы найдутся. Сью, а куда это поставить? Ничего, как всегда, не готово. Погоди, мистер Тропыга, я только закончила работать со светом. Аккуратнее, Сью, чтобы ни одна люстра не упала. Пол готов. Сэмми, тебе не кажется, что мы забыли что-то важное? Конечно, забыли. У второго этажа нет стен. Ты прав, я просто пошутила. У нас все под контролем. Вот наша первая комната. Интересно, что мы сюда поставим? Бассейн или летнюю террасу? Не угадал, Сэмми. Здесь будет музыкальная шкатулка. Тогда нужно ее хорошенько спрятать. Вот за этой стенкой, например. Хорошая идея. Давай прямо сейчас это и сделаем. Протягиваем провод через стенку. Клеим вот так. И с другой стороны закрыть нужно, Сью. Я же переживаю. Сейчас сделаю не все сразу. А ты пока принеси окна. Есть кто дома? Пока нет, но стройка вся еще идет. Супер! А теперь переходим к следующему этапу строительства. Итак, ребята, настало время ставить крышу. Мы же не хотим, чтобы наши жильцы промокли или замерзли. А еще эта крыша умеет раздваиваться. Не верите? Смотрите. Бам! Вау, полезный эффект. Но окна придется ставить отдельно. Сью, смотри, какую картину я повесил. Вижу, ты уже начал расставлять мебель, Сэмми. Конечно, у меня же дизайнерское чутье. Тогда расскажи, господин великий дизайнер, куда нам ставить мебель дальше? Ну, это легко. Так, столик вот сюда, а второй сюда. Готово. Что дальше? А здесь у нас будет ванная комната с полочкой на стене. Красиво получилось. Это я добавлю от себя, если ты не против. Сэмми, ты не забыл кое-что вернуть? Ой, забыл. Отлично, а я пока закреплю крышу. Эта крыша, к сожалению, не раздваивается. Сью, мы одну люстру забыли. Где-то теперь не будет света. Без паники, у прораба Сью все под контролем. Вот так, отлично. Ку-ку. Сью, мне кажется, здесь не должно быть прохода. Да, нужно закрыть его от непрошенных гостей. А я как раз заделал крышу. Вот теперь точно красота. Сью, а почему наш домик называется лавандовым? Когда мы закончим, здесь будет самый настоящий лавандовый рай. Я уже начала над этим работать. Сью, держи скорее, а то я уроню. Сэмми, зачем же ты набрал так много? Это же очень хрупкие предметы. Эх, мне бы сейчас такое кресло. А пока Сэмми мечтает, посмотрите, что у нас тут есть. Все осветительные приборы в доме подключаются здесь. Правда здорово? Что это ты собрался делать, Сэмми? Для этих качелей ты крупноват. Веранда выглядит совсем пусто. Нужно это исправить. Абра-кадабра, подписабра. Кажется, я немного перестаралась. Посмотрите, сколько новых деталей. А это значит, что пора ставить домик на подставку. Оп, вот так. Аккуратно. Отлично. Что теперь? Предоставь это мне. И раз. И два. И три. Много цветов не бывает, правда, Сэмми? Особенно лаванды. Мне так стыдно, что я тогда разбил наш горшок. Сэмми, а ты знаешь, что это? Да, на этом авто мы с тобой поедем в путешествие. Помнишь наш дом на колесах? Ох, Сэмми, о чем ты только думаешь? Это машина для молодоженов. В домике будут жить новобрачные. Правда? Тогда точно нужно поскорее посмотреть на домик целиком.
Пожалуйста, Сэмми, поаккуратнее с этим горшком. Не волнуйся, Сьюзен, я его защищу не только от печеньки, но и от самого себя. Ребята, а вам понравился наш сегодняшний проект? Тогда поддержите нас лайком. И подпишитесь на наш канал. На сегодня все. Пока-пока.